Вы не отвечали мне. Если бы вы приняли меня раньше, если бы вместо того, чтобы отвергать меня, вы попробовали меня выслушать, поверьте мне, ничего бы этого не случилось. Против нас никто бы не выстоял. Мы бы все жили счастливо. Я говорю не для того, чтобы вас огорчить, Валиде. Что было, то в прошлом. Я перед вами преклоняюсь. Желаю вам радости и покоя. Сулейман — смысл моего существования.